Здравствуйте, я Елена Брызгалина, специалист в области философии, науки и образования. Давайте подумаем, стоит ставить точку или вопросительный знак в предложении «Я киборг, и это нормально». Приглашаю вас к философскому разговору о том, как наука и технологии могут трансформировать границы человеческого бытия. Давайте подумаем, как в ситуации высокой неопределенности каждому из нас делать биоэтический выбор, как трансформируются культурные практики. В лекции особое внимание будет уделено биоэтическим аспектам пандемии. Встречаемся в субботу, 18 апреля, с 12:00. Пожалуйста, регистрируйтесь на сайте Московского музея современного искусства. До встречи!